Все подмосковные предприятия из пострадавших отраслей экономики могут получить кредит под 0% для выплаты зарплат. К их числу относятся парикмахерские, дома быта, предприятия общепита, сферы туризма, дополнительного образования и перевозок. Кроме того, кредит на год могут взять компании с государственным участием и некоммерческие организации. В первые 6 месяцев под 0%, оставшиеся полгода – 4%. Такой кредит в Подмосковье уже одобрен для 700 компаний. Банки продолжают рассматривать заявки.